И снова лучшее. В 29-й раз в регионе стартовал конкурс профессионального мастерства «Педагог года». Торжественная церемония открытия состоялась в Институте развития образования Ивановской области. Мы от всей души желаем вам творческих успехов, желаем продемонстрировать весь свой потенциал, весь свой накопленный опыт, который вы с успехом реализуете в своих учениках, для того, чтобы вы смогли продемонстрировать тот профессионализм, который вам день ото дня помогает справляться с теми новыми задачами, которые диктует в настоящий момент современное общество. В этом году в заочном этапе конкурса приняли участие 87 педагогов. 54 из них теперь примут участие в непростых испытаниях. По традиции, самая большая конкуренция в номинациях среди школьных учителей и работников дополнительного образования. Но есть в этом году и новые номинации – педагог-дефектолог и директор школы. В работе руководителя, наверное, самое главное – это найти взаимопонимание с коллективом, с теми людьми, которые меня поддерживают во всех моих начинаниях, ну и взаимоотношения с детьми и родителями, которые являются показателем нашей работы. В первый конкурсный день участники презентуют педагогические портфолио, представляют не только личностные, но и профессиональные достижения. Участников становится все больше и больше, интерес к конкурсу повышается. Это связано с тем, что меняются требования к педагогу, новые ориентиры в системе образования. Поэтому каждый педагог хочет представить свои наработки, инновационные технологии, которые он использует в работе с детьми и с родителями. Победитель областного этапа конкурса «Педагог года» получит возможность представить регион на всероссийских профессиональных конкурсах. Также их имена занесут в реестр талантливых педагогов области. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.